хочу разрезать реального сиреноголового. Это реальный сиреноголовый, тут реально его зубы. Интересно, что это? О, господи, еще что-то есть. Неужели это сердце Настя? О, господи. Че творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И бро, сразу же, просто сразу же бери подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь, боги, ты же знаешь, для тебя суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, про тебя не очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы избавиться от банды на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Уф, банда, то, что сегодня я собираюсь сделать, это реальная жесть. Такого никто раньше не делал и не сделает. Ведь я, банда, хочу разрезать реального сиреноголового и увидеть его внутренности. И вообще убедить, что находится у него внутри, в его теле, в его рупорах. Это существо полностью аномальное. Его внутренности могут быть не такими, как мы привыкли их видеть. Тем не менее, бро, вы не поверите в это, но сиреноголового мы уже поймали. К сожалению, эти кадры, как мы его ловили, я не могу показать, потому что мы использовали холодное оружие. А YouTube очень строго относится к оружию. Если что, банда, мы использовали дротики со снотворным. Именно поэтому у нас очень мало времени. Пока сиреноголовый отключит, мы можем запросто его разрезать. Сейчас, банда, на улице уже 3 часа ночи. Нам нужно срочно это все сделать. Так что, бандиты, давайте на твою и наберем 26 лайков. И тогда, банда, я попытаюсь разрезать Cartoon Cat. Если, конечно, у меня получится его поймать. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, Суприм Банда. Всего лишь тебе нужно подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти и написать нам директ. И все, уже всем скоро мы тебе ответим. Так что, будь скорее, ссылка в описании, ставь лайк. Но знаете, банда, разрезать сиреноголового — это очень интересно. Но еще интереснее — это собирать машины из деталей, как в игре Crossout. Crossout онлайн экшен с боевыми машинами. Получил безумное обновление Doomsday Cars. Теперь еще больше огня, взрывов и разрушений. Прокачивай свой Battle Pass и получай новые уникальные детали, чтобы собрать свою монстр-тачку. Теперь всем игрокам доступен новый гараж. Испытай десятки орудий уничтожения, пулеметы, плазмоганы, огнеметы, ловушки и многое другое. Также ты можешь сделать своего монстра полностью невидимым и подкрадываться к врагам. Побеждай в битвах и выполняй задания, чтобы зарабатывать ресурсы. Используй найденные запчасти, чтобы улучшить машину или создать абсолютно новую адскую маршрутку. Сражение против других игроков, битвы с боссами, сюжетный режим и та же королевская битва. Выбирай, что хочешь, и врывайся в яростную войну за контроль над пустошами. Создавай в гараже уникальный стиль. Покрась кузов в любимый цвет, нацепи любое самое страшное оружие, чтобы все боялись. Воткни в крышу машины флаг, пусть все знают, как выглядит настоящая легенда. Качай Crossout бесплатно по моей ссылке в описании и получай крутые бонусы для побед. А мы тем временем, банда, погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. На часах реально 3 часа ночи, а в коридоре находится тот самый реальный сиреноголовый. Я просто в это не верится, банда, мы реально смогли его поймать. А также, банда, мы не только сегодня его разрежем, а даже рассмотрим изблизи. Просто жесть, банда, тут реально он. Вы только вглядитесь на это, это реально этот сиреноголовый. Он очень огромный, банда, такая жесть. Мне не верится, что мы смогли его поймать. Тем не менее, банда, теперь нужно как-то это огромное существо перенести к столу и разрезать его уже там. Господи, Суприм Банда, мне просто не верится, что мы сегодня разрежем реального сиреноголового. На всякий случай я даже взял перчатки, потому что не знаю, что может быть у него внутри. Тем не менее, про сиреноголовый уже у меня на столе. Просто посмотрите на это. Это реальный сиреноголовый. Мне все еще в это все не верится. Окей, банда, теперь можем его изблизи рассмотреть. Рассмотреть его рупор, рассмотреть его туловище. Просто жесть. Окей, банда, его рупор — это такая жесть. Просто посмотрите. У него там даже есть какие-то зубы. Мне кажется, банда, что этими зубами он и кусает свои жертвы. Он просто их разрывает с помощью своих зуб. Здесь то же самое, банда, просто жесть. Посмотрите на это. Мне реально в это не верится. Это реальный сиреноголовый. Тут реально его зубы. Господи, сегодня мы разрежем этот рупор. Тем не менее, бро, вот это тело сиреноголового. Я собираюсь его разрезать прямо здесь, чтобы вытаскивать было все запросто. Окей, банда, тем не менее, кожа у сиреноголового какая-то очень странная. Она как будто уже какой-то ржавый металл, который пропитан уже всей своей жизнью. Тем не менее, бро, разрезать его будет проще простого. Но сначала, банда, думаю, что нужно разрезать рупор, а потом уже его тело. Потому что мне все же больше интересно, что находится в его рупорах. Почему он вдруг так запросто издает любой звук сирены? Окей, банда, в принципе, я уже готов. Пришло время разрезать рупор из сиреноголового. Мне, если честно, интересно, что же там за тайна прячется. Окей, не знаю, давайте попробуем этот рупор как-то разрезать. О, черт, я уже даже немного его празднил. Окей. О, господи, просто жесть, банда. Я вам говорил, это реально ржавый металл. Черт, мне просто в это не верится. Мы реально сегодня его разрезаем. Как же легко проходит нож, это такая жесть. Окей.
Просто жесть, панда, вы тоже это видите? Я реально разрезаю рупор Сиреноголового. Сегодня мы увидим, что у него находится там внутри. Господи, панда, как же я сильно переживаю, просто жесть. Что это за черная жижа начала выделяться? Вы это видите, панда, неужели это кровь? Это просто жесть, ее так много. О, господи, окей, панда, мы все-таки разрезали рупор Сиреноголового. Сейчас мы вместе с вами сможем увидеть, что же находится у него внутри. На ваших глазах, панда, сейчас я уже открываю. Просто жесть, господи. Окей, там все просто черное. Окей, что это такое красное? Это что, язык или что? Просто жесть, панда, вы это видите? Там реально есть какой-то язык или что? Окей, я пытаюсь его шевелить. О, господи, панда, посмотрите! Это реально язык сиреноголового, вы это видите? О, господи, он реально шевелится, такая жесть! Думаю, что уже пришло время разрезать его туловище. И посмотреть, что же у него находится внутри, какие внутренности, какое его сердце, какие его кишки. Окей, панда, на счет три я уже его пробиваю. Раз, два, три. О, господи, просто жесть. Окей, Суприм Панда, давайте дальше разрезать. Просто посмотрите, как двигается его кожа. Окей, давайте его резать дальше. Просто жесть, Суприм Панда, он реально полностью режется, вы это видите? О, господи. Окей, панда, разрезать сиреноголового все же занятие не из легких. Он как-никак состоит полностью из железа. Но мы все-таки это сделали, посмотрите на это. Здесь просто какая-то черная жижа. Не знаю, панда, возможно, это его кровь или что. Это просто посмотрите. Окей, тем не менее, бро, нужно вытащить нож, посмотреть, что там у него есть внутренность. О, господи, просто жесть, он полностью черный. Просто это не верится. Мы разрезали реального сиреноголового. Просто посмотрите на это. Окей, что же я засовываю туда руку? О, черт, как это мерзко, просто жесть. Окей. В принципе, пока что ничего там не могу нащупать. Что это? О, господи, Суприм Панда, что это такое? Вы это видите? Это что, его кровь или что? Почему это такая жижа? О, господи, просто жесть, посмотрите на это! Что это вообще такое? Вы это видите? О, господи, мне просто в это все не верится, банда! Окей, банда, я все же пытаюсь хоть что-то сюда достать. Очень трудно что-то достать в этой жиже. Она просто полностью его покрыла. Это такая жесть. Окей, я, кажется, это нащупал. О, господи, что это? Просто жесть, Суприм Панда, вы видите это? Что это такое? Какие-то микросхемы, какие-то детальки. Скорее всего, банда, что с помощью этого он живет. Просто жесть. Окей, думаешь, нужно посмотреть еще что-то. Черт. Окей, банда, не смотри на эту черную жижу. Вот меня еще что смущает. Это зеленый цвет. Вы видите это? Даже где-то здесь красный. Мне кажется, банда, что это все фанерный забор. Тот самый обычный фанерный зеленый забор, нельзя красный. Возможно, с помощью этого забора он как-то появился, какие-то аномалии. Окей, тем не менее, давайте пойдем еще что-то достать. Просто жесть. Господи, эта жижа, она там повсюду. Фу, она так отвратительна. О, я еще что-то щупал. Господи, что это такое? Окей, здесь какая-то нить или что это? Окей, я пытаюсь это достать. О, черт. Просто жесть, господи. Что это такое? О, господи, Настя, что это? Ты видишь? Да, вижу. Что это? Просто жесть. Это похоже на какой-то крестик. О, господи, Суприм Панда, вы это видите? Это реально крестик. Что нам все делать с сиреноголовым? Неужели, панда, это создание бога? Это просто жесть, вы тоже видите? Здесь реально внутри был какой-то крестик. Это просто жесть. О, господи, я не знаю, что это. Зачем он там вообще? У меня даже на это счет нету никаких теорий. Я просто не знаю, что там все это делает. Это такая жесть, Суприм Панда, вы видите это? Окей, просто жесть. Думаю, нужно это отложить и все. Окей, панда, то, что мы пока что вытаскиваем. С кем вызывает у меня только страх. Это такая жесть, просто посмотрите на мои руки. Они полностью в этой слизи. Окей, Суприм Панда, давайте попробуем что-то достать. О, господи, окей, я снова засовываю туда руку. Я пока что ничего не могу нащупать, что это вообще может быть. Господи, эта жижа, она просто повсюду. Окей, Гайда, еще что-то есть, я вытаскиваю это. Просто посмотрите, банда. Окей, что это такое? Это какие-то проводки, вы видите, это банда? То есть, возможно, эти проводки пытают его как-то, просто жесть. Посмотрите, какие они огромные. О, господи, окей, мне просто это не верится, Суприм Панда, такая жесть. Они полностью в этой черной слизи. Господи, интересно, к чему они вообще были подключены? Думаю, панда, что после сегодня разрезания сиреноголовый точно уже не очнется. Он просто будет мертвый. Мы забрали у него всякие детали, с помощью которых он, возможно, был жив. Не менее, про все может быть. Это аномальное существо, это реальный монстр. Он может без этих штук, скорее всего, жить. Тем не менее, про это все же пока что не его мотор. Возможно, панда, у него может быть реальное сердце. Давайте это проверим. Окей, панда, я не знаю, что это были за черные проводки, но это просто жесть. Мы должны у него нереально найти какое-то сердце. Окей, я пытаюсь хоть что-то нащупать, там просто ничего нету. Окей, интересно, что это? О, господи, еще что-то есть. Окей, я что-то нащупаю прям тут. О, господи, окей. О, черт, что это такое? Панда, вы это видите?
О, господи, неужели это сердце Настя? О, господи, это похоже на сердце панды, просто посмотрите! Это реально похоже его сердце, просто жесть! Так вот, как оно выглядит! Оно реально очень сильно похоже на человеческое! А вот еще что-то было к нему подключено, просто жесть, панда! Возможно, это были те самые проводки! Окей, панда, просто посмотрите, вот сердце вот красное! Просто жесть, панда! А кажется, в зеленой голове есть реальное сердце! Мне просто в это не верится, господи! Окей, я думаю, что же нужно с этим заканчивать! Достанем еще что-то одно и все! После того, чтобы достать это полная жесть, панда! Окей, панда, это просто уникальнейший контент! Я уверен, что вы такого нигде раньше... Господи, что это? Ты видишь это? Да. Это просто жесть, что-то вылазит отсюда. О, господи, я не видел этого. Что это такое вообще, Суприм Банда? Какая-то плева, просто жесть. Посмотри на эту кровь, это, господи. Она как будто загушая, просто жесть. Что это вообще такое? О, господи, она начала сама отсюда вылазить. Окей, нужно как-то ему помочь или как? Это просто жесть, что это такое? Я его даже не мог нащупать. Возможно, банда, именно эта штука мне мешала вытащить все остальное. О, господи, просто жесть, я пытаюсь это вытащить. Просто посмотрите на это, банда. Вы это видите, это такая жесть. Окей, я не могу его вытащить, нужно его просто разрезать. Именно для этого я взял ножницы. Просто жесть, панда, что это такое? О, господи, окей, я пытаюсь его разрезать. Окей, это реально плева, господи. Это плева сиреноголова, но зачем? Что это вообще такое? Просто жесть, банда. Окей, я пытаюсь ее разрезать. Господи, что это такое? Вы тоже это видите? Какое-то существо с черным и с белым. Это что, второй сиреноголовый или что, банда? Неужели это все-таки девушка сиреноголового? Если у этого сиреноголового пол девушка, это объясняет то, что почему он такой маленький. Потому что это девушка. То есть, панда, где-то должен быть и мужчина сиреноголовый. Возможно, мужчина сиреноголовый это как раз тот самый огромный. О, господи, ну что это такое, панда? Я не понимаю. Просто жесть. Окей, я что-то нащупал. О, господи, это что, рупор? Погодите, черт! Неужели это ребенок сиреноголового, панда? Вы это видите, просто жесть! Я пытаюсь его вытащить, такая жесть, Суприм Панда! О, господи, окей, нужно как-то это аккуратно все сделать. Здесь два целых рупора, панда, вы это видите? Это просто жесть! Окей, я пытаюсь это как-то достать как-то аккуратно. Он только начал зарождаться, панда, по нему это видно, потому что у него есть какие-то белые штуки. О, господи, просто посмотрите на это, панда! Это реально детеныш сиреноголового, он полностью мокрый! Это такая жесть, вот два рупора, вот его руки, панда! О, господи, мне просто в это все не верится, панда! Этот сиреноголовый был реально беременный! У него реально здесь ребенок, черт! Это просто жесть! Нужно как-то его закутать, чтобы он выжил! Суприм Панда, я знаю, это нереальное число, 100 тысяч лайков, и я воспитываю сиреноголового на видео! Будет так званый блог мамочки! Это просто жесть! Окей, нужно срочно взять какое-то одеяло, чтобы его обмотать! Это просто жесть, панда! Окей, Суприм Панда, мне просто в это не верится, это реальный детеныш сиреноголового! И я очень надеюсь, что он пока что все еще жив, потому что если он уже мертвый, то будет, ну, как бы немного неприятно. Тем не менее, бро, мы пока что его оставим. Я надеюсь, панда, что вы наберете здесь 100 тысяч лайков, и мы все-таки будем сами его воспитывать. Иначе же панда его нам какой-то фонд, чтобы его не сами уже его рассмотрели. Пока что он здесь лежит, пока мы разберемся с тем сиреноголовым. Господи, такая жесть. Окей, я пытаюсь как-то аккуратно его положить. Окей, Суприм Панда, пусть пока что здесь лежит вот так. Это такая жесть, мне просто не верится. Мы разрезали реального сиреноголового, у него внутри был ребенок. Окей, тем не менее, брат, давайте вернемся уже к тому сиреноголовому. Просто жесть, панда, посмотрите, что здесь внутри. Здесь полностью все в этой крови, в этой черной жиже. О, господи, такая жесть, что это вообще такое? Окей, тем не менее, панда, я рад, что все наконец-то закончилось. Надеюсь, что он тоже все еще там. О, господи, банда! Сиреноголовый все-таки его не забрал. Просто жесть, посмотрите, ребенок все еще здесь. Он лежит просто в коробке. Окей, тем не менее, бро, вы помните, 100 тысяч лайков, я пытаюсь его как-то воспитать. А иначе, банда, я просто в этом какой-то фон, потому что это реальный монстр. Суприм Банда, не забывайте, чтобы скачать красаут бесплатно, вы можете перейти по ссылке в описании или же в закрепленном комментарии. Эй, бро, вступай в Суприм Банду, чтобы завести на паде на ютубе. Эй, бро, помни одно, оставайся, вы шикарные, пока!